Русская зима всегда считалась особенно атмосферной, ведь у нас самое холодное время года – это не только снег, но еще и всевозможные гулянья с конкурсами, на которых народ не только веселится, но и вспоминает старые добрые традиции. Так, например, сделали и в этот раз, устроив в Щелковском городском парке культуры и отдыха интересное соревнование под названием «На салазках и колясках в Новый год». Помните, как раньше детишек катали исключительно на санях? Все новое, хорошо забытое старое. Больше 20 малышей под чутким руководством родителей поучаствовали в программе. Мы представляем наши санки новогодние, сани Деда Мороза. Пусть эти сани привезут всем щелковчанам много счастья, радости и здоровья. С Новым годом! Парад организовала межпоселенческая центральная районная библиотека, работники которой вошли в состав жюри. В Щелковском районе такой праздник провели в первый раз и, вероятнее всего, не в последний. Посмотрели, как подготовились дети и родители, есть такие частушки, и все замечательно. Креативность в своем творчестве проявили все участники парада, а анимация в составе Деда Мороза, его внучки Снегурочки, двух пушистых белых мишек и Бабы-Яги помогла создать еще более сказочное настроение. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».